Хочется думать, что эти горы так и были от создания мира, с момента создания Земли, ибо представление о такой силе, которая могла бы образовать их впоследствии вулканически, складчатого происхождения, никак не укладывается в мозгу человеческом. Такую силу представить себе невозможно. Казалось, будто бы перенеслись в другой мир. Среди глубокой тишины, царившей в природе, я слышал биение собственного сердца. Вслед за тем воздух наполнился какими-то звуками. Звуки эти неслись откуда-то со стороны моря. Может быть, единственный раз в жизни мы слышали подземный грохот. Явление это навеяло на всех страх.